Всем привет, ребят! И сегодня я вам хочу, то есть, не показать, а в общем смотреть. Давайте я буду делать сейчас реакцию на и разбор, хотя не что-то такое разбирать. В общем, реакция на трейлер игры Mimikry на ПК, да. Она где-то выйдет 19 октября этого года. И да, кстати, я эту игру буду снимать на ПК, когда она выйдет. Обязательно. Ну а сейчас, позже я буду заниматься еще раз. Буду заниматься Poppy Playtime 3 в Майнкрафте. Только там будут взяты некоторые локации. Ну да, локации из видео Моти Геймс. Потому что я не знаю, как свое там еще придумать. Но свое там я могу там придумать некоторые, но и тоже некоторые я добавлю локации в видео Моти Геймс. Ну, некоторые локации Моти Геймс, а потом дальше я свою добавлю. Скоро вам уже на канале я покажу кадр из проекта. Надеюсь, я смогу его нормально снять, потому что это с мобилки, а не с ПК. Ну, можно по проблеме там заметить. Ладно, давайте продолжим. Да. Давайте еще и разберем трейлер. Мне понравился он 10 из 10. Как бы у игры вот этих разработчиков Dev Park'а, у них там как бы в общем оптимизированные игры. Вот скоро она через 8 недель в общем выйдет. Да. Буду еще дожидаться пиратки. Потому что на 100 дней буду не бесплатно. Ладно, продолжаем. Ведь у нас тут качество более лучше стало, чем в игре. Вроде как. И управления нет, только инвентарь. Тут добавлено все локации, какие у меня на мобилке. Все прям. Да, видите, там эффект такой. Вот. Тень есть, отражение такое. В общем, да, игра будет, надеюсь. Да и, конечно же, будет хорошая. Ну ладно. Будем, в общем, заканчивать. И ждите видео про Roblox. Про прохождение одной игры. Ну, и два видео сегодня будем по Roblox. Ну ладно. Будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.